Звучат фронтовые песни, рассказы о подвиге советских солдат, проживающих в Химках. Ведущие концертной программы «Памяти верны» рассказывают о знаковых эпизодах контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. На патриотической встрече, состоявшейся в рамках проекта «Герои Химок», вместе с жителями города память героев почтили лидеры движения общественной поддержки социально значимых инициатив «Химки интересно жить» Владимир Суслов и Артур Каримов. Я бы хотел попросить наших жителей, чтобы они зашли в наш виртуальный музей «Все для фронта, все для победы». Много выдающихся людей, которые были на фронте. Очень много кого сейчас уже с нами нет. О них память увековечена на этом сайте. Проект «Герои Химок» стартовал 9 мая. В его рамках проходят концертные программы, встречи с жителями, круглые столы и реконструкции ключевых сражений. Задача проекта – увековечить героизм химчан, фронтовиков и тех, кто ковал победу в тылу.